продаже у меня сегодня оптика и всякие прибамбасики. Желтенькие какие-то стеклышки в коробочках. Цена вот рубль 80, 52 миллиметра, да. А какие лучше катализаторы, с дизеля или с дизеля? С дизеля лучше катализаторы. Да? Так, ну подожди, сейчас, да, я. Рубль 80, стеклышко. Дизельные самые дорогие. Вот такая вот крышечка, с чего, может, с объектива какого-то. Потом одна вот побольше. Вот такой вот объективчик. Т3, как Volkswagen. Малыш такой, побитый, пошкрябанный, грязненький. Так, это тоже Т3. Итак, ребята, получается два объектива, две оптики, две крышечки, три таких зеленоватых стеклышка и одно такое вот прозрачное. Все в коробочках, футлярах. Это все я буду выставлять кучкой. Одной с одной гривны. Такой блестящий. А вот тут еще какая-то маркировочка стоит. Какой-то глазок 0,75. Все с одной гривны, без резерва. Буду я взрывать аукцион Виолити оптикой. Досталось мне наследство. Много ящиков с такими похожими разными штуками. Не стесняемся, заходим, делаем ставки.